Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня поиграем в игру, которая называется Nindash School Valley. Поехали. Ух ты. Портал. Какой-то недовольный монстр. Так, скелет выбежал. Допустим. Скелетон. Тапни. Скелетон. Щеглодон. Разнесли. Ой. Ху-ху-ху-ху. Так. Нифига себе. Все, ребята, разрулили. Наш ниндзя будь здоров. Всех этих скелетов к чертовой бабушке отправил. Так, погнали дальше. И что ты сюда прыгнул? Ага. Что это такое? Я... Ладно, go. Так, может быть, здесь русский язык есть? Я сомневаюсь. Опа, скелетон-бомб. Ты понял, да? Что такое скелетон-бомб? Его нежелательно трогать. Потому что он... Да, он взрывается и наносит нам урон. Поэтому нужно аккуратненько действовать. Лучше его не трогать. Все, здесь тоже прошли. Следующая партия. Перфект. Так, следующий. Гигант. Так, что там? Раз, два, три. И зачем это? Понял. Супер атака, короче, такая была у нас. Нормуль. Так, зачем тут энергия, я не могу понять. Что-то будет даваться или что-то будет увеличиваться, я не знаю. Новинка. Девочка-ниндзя. Так, а теперь я понимаю, зачем нужна была энергия. Здесь мы можем с тобой приобрести ниндзету. Так, ее увеличать. Тут у нас, смотри-ка, какой-то шар. Это, видимо, нужно в Фейсбуке. То ли зарегистрироваться, то ли еще. Давай проверим. Так, друзья мои, нужно было просто сделать репост на Фейсбуке, и тебе дают этого персонажа. Так, день первый. Получаем коллекцию. День второй. Пока недоступен. Так, давай дальше смотреть. Что у нас тут? Если я, например, хочу вот его взять. Так, подожди, я экипировал? Непонятно. Так, а где у нас настройки? Я хочу просто посмотреть, может быть, есть русский язык. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Здесь. Так, это, по-моему, просто выход, да? Нету здесь никакого русского языка, к сожалению. Но, в принципе, тут он как бы и не нужен. Тут нет таких, знаешь, там тайн, каких-то секретов. Нам нужно сюда идти, да? На третью миссию. Погнали. Мы будем сейчас за нового ниндзю играть или нет? Да, ребята? Так, с бомбами, естественно, не трогаем. Ну, где там следующая партия? С полтыка. Тыч. Так, прекрасно. Следующая волна. Что такое? А, что ж он не пойдет? Откуда же я знал, что тут Shuriken Time? То есть я должен сюрикенами, видишь, бомбить. Нормуль, я, по-моему, справился. Даже очень хорошо. Давай, давай, давай. Хоба.
Естественно, чем больше ты побеждаешь сразу скелетов, тем больше ты получаешь, как бы, ну, опыта, я так понимаю. Если это можно назвать, конечно, опытом. Так, бомбу не трогаем. Нормуль. Так, следующий кто там у нас? Блин, ты гигант. Тап. Чё делать-то надо? Так, я справился, да? Окей, окей, ребята, все, все нормально. Все у нас идеально. Пока все вроде бы простенько. Три звездочки. Так, что нам тут? Новинка. Соточку стоит. Открыли с тобой в коллекцию, да? Ух ты, оу. А тут 50, смотри, каких-то нужно. Не знаю. Это уже донатные пошли. Фига там. Так, это мы забираем. Потому что это выполнено. А, вот они копятся у нас. Цветочки эти. Так, это враги, которые будут. Ну, то есть, бестиарий. А вот это что такое? Какие-то эффекты. Это покупаешь эффекты, ребята. Зачем я это взял? Зачем я это сделал? Так, ну что, переходим на четвертую миссию. Давай смотреть, что у нас тут. Там сколько нужно? 5 или 10 миссий пройти, да? И будет в конце самый-самый главный босс, который тут вып... Ой, я взял этого... Я же не хотел брать эту персонажку. Хотя, ладно, почему бы и нет. Протестим ее. Хоба, хоба. Тихо, скелет не трогаем, только с бомбой с этой. Так, здесь зачистили. Давай. Жух, жух. Нормуль. Так, ну тут... Ух, ёк-макарёк. Да выпендривался, блин. Да выпендривался. Поэтому лучше всего, ребята, смотреть, конечно, на опережение. Чтобы было видно, кого ты там бомбишь. А то видишь, как сейчас получилось. Не очень красиво, да? Блин, сердечко мне не восстанавливает. Может быть, тут надо... Вот он с бомбочкой идет. Давай, так, не трогаем. Угу, захотели меня тут. Чтобы я сразу подорвался, да, и... На бомбочку, как бы не так. Че такое? Босс. Гигант. Так, тап нордер. Какой тут? Один, два... Поехали дальше. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Один, два, три, четыре. Успели. Ну, прошли. Так, но не на три звезды, потому что, ребята, потеряли мы здоровье. Сердечко я потерял, когда... Еще, что ли, кто-то новенький? Точно. Еще новенький. Так, а вот это я понимаю с эффектами с какими-то. Или это просто... А, это мы просто выбираем. Так, слушай, ну-ка. Нет, я хочу все-таки, наверное, вот этого взять. Здесь мы выполнили. Так, а где тут посмотреть-то? На 30-м. Подожди-ка, почему 30-м? 15. То есть 30 звездочек мы собираем вот этих вот, да? И вот он тогда будет нам доступен, что ли, получается? Как-то в этом плане. Ладно, давай смотреть. Там еще можно увидеть для просмотра. Оу-оу-оу. Это что еще? Призывник. Призывника я не могу, ребята, бомбануть. Почему-то.
понятно, что он там прикрывается каким-то щитом. Угу. Готов. Ух, ёк-макарёк, ну как же так-то? Ну опять же, трындец, ребята. Напоролся я. Кто же знал? Ну, давай переиграем. Поехали. Значит, будем знать, что здесь у нас будут подрывники. Да-да-да, я понял. Призыватель скелетов. Тут же, по идее, нет времени никакого, да? Поэтому спешить особо не стоит, мне кажется. Наверное. Так. Вот он. Это первый у нас подрывник. Вот сейчас, по-моему, где-то будет второй. Не здесь. А когда же он будет-то? Вот он. Хитрожопый. Хотели меня наколоть, но не тут-то было. Да ёпрст, ну зачем же ты так? Неужели ему... Давай-давай-давай-давай-давай, бомби. Тап-нордер. Ну. Есть. И этому по морде. В хлам этого суммонера. Блин, опять же на две звездочки, да, прошли? Понятно. Так. Ну давай дальше, сразу же следующий поединок. Ага. Не надо мне с бомбочкой. Как не... Ой, трындец. Это было глупо. Раньше, помнишь, была игра такая, Ninja Fruit? Вот что-то мне напоминает Ninja Fruit игру. Когда надо было резать-то всякие... Как их... Что такое? Когда надо было резать фрукты. Что? А что случилось, ребят? А что случилось? Я не понял, что-то юмора. Так. Да твоим... Вот это было опять же глупость. Так, ну ладно, здесь прошли. Что дальше-то? Ну? Так, погоди. Фух, здесь нормально. А что ж тогда так произошло, я не понял. Вот это что такое? А, Shuriken Time. Shuriken Time. Так, тихо-тихо-тихо. Ну куда вы бежите-то, голодранцы? Прошел. Так, если вот этот этап продержимся, будет все нормально. Опять же, постоянно боюсь, что выпадет этот скелет, который с бомбой. Мы в него нечаянно врежемся и... Финита ля комедия. Вот как здесь, например. Фух. Так, ну где-то там... Голодранец, иди сюда. Мы тебе сейчас разнесем. Свайп. Куда свайп? Ну, есть, успели. Отлично.
Опять же на 2 сюрика прошли. Опять же на 2 сюрика. Так, подожди. 1250, 1750, 1900. Ну, допустим. Возьмем. Погоди-ка секундочку. А смотри, мы можем с тобой пролететь вот эти вот уровни все и идти, например, сразу сюда. Не знаю почему. Но вот такая вот есть вероятность. Так, спидстап какой-то. Что за спидстап? Ох, я даже себя не увидел, где там находился. Да, это, конечно, суровенько меня наказали-то. Угу, здесь бомбанули. Да, что ты бежишь? Ты думаешь, пробежишь так, что ли, быстро? Да иди, твою. Так, мне дали одно сердечко. Да. Эй, глупость, да? Да, глупость, ребята. Понятно, что сфейлился. Понятно, что сфейлился. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, мы с вами будем на этом закругляться. Я думаю, что всем прекрасно ясно, что это за игра. Тут... Ё-моё. Ты понимаешь, да? Что тут очень много всего. 30 звездочек должен насобирать, чтобы уничтожить вот этого босяцкого. Мне кажется, на мобиле играть намного проще. Клацать, как говорится, пальчиком по экрану, чем мышкой. Ну и мышкой тоже, как бы, возможно и реально все это пройти. Ну а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.